Зашла покушать сегодня в новое место. Здесь потрясающее кафе. Как мы сказали, работает оно уже 30 лет. Сад, зелень. И посмотрите, что напротив. Столик я выбрала не случайно. Арка и водопад. А внизу маленькое озеро. То есть сейчас буду кушать и пить мой коктейль с видом на вот такую вот красоту. Кстати, кафе огромное. Одна из его сторон маленькая, и вот с той стороны у нас прямо, смотрите, какие огромные, огромные пальмы, суперские, и практически полностью свободные сейчас. Вот уже принесли мой коктейль, сегодня решила попробовать что-то новенькое, по-моему, Ханалула называется. Так что такой цветочек сюда прилепили, забавный. Посмотрите в эти глаза. Это называется профессиональный выпрашиватель еды. Я им уже полсалата своего отдала. Им? Почему им? Потому что вот еще второй профессионал, который ушел. И сидят они вот так вот возле меня. Всем привет! У нас новый день, последний день на Родосе. Сегодня вечером мы отплываем на корабле в 3 часа ночи. А вот будет у нас прямо огромная круазьера, 30 часов на одном из старейших кораблей, в общем, туристических таких, ну как туристических, которые курсируют между островами Греции. Но я вам, наверное, оттуда буду вещать, потому что получается целый круиз у нас буквально. И сейчас едем в Линдос, остановились по дороге в одной из деревушек. Вообще так интересно. Вдалеке от туристических троп, от туристических мест, где туристы прямо толпами ходят, греки сохранили вот старые свои такие привычки. И мы буквально на минутку припарковались, карту посмотреть, да, возле чего-то дома. Сразу же вышел дедушка, он начал круги нарезать возле машины. Было ему так неуютно, он подозревал нас в чем-то. И, в общем, от машины не отошел, пока мы не уехали. То есть бдим по полной, что называется. А вообще, что хотела еще сказать, чтобы посмотреть, конечно, остров, будь ли то Родос, Крит, Карфу, да любой остров, в принципе, без машины никак. Если у тебя нет машины, то ты очень многое теряешь, поэтому всегда имеет смысл либо ехать со своей, либо брать, по крайней мере, в аренду, потому что какие-то дальние такие места, удаленные, так сказать, да, от гостиницы, на автобусах не наездишься. На такси, кстати, тоже. И если у тебя есть машина с собой, либо арендованная, то у тебя есть свобода. Ты можешь спокойно перемещаться и посещать те места, которые тебе интересны. Вообще можно набрести на множество разных мест, в том числе не туристических, но которые имеют потрясающе красивую природу. В общем, машина – это сила, и без GPS и без интернета это тоже сложно, как бы бумажные карты – это хорошо, но я просто со своим телефоном, со своим GPS-ом на телефоне не расстаюсь, и благодаря ему также нашли много здоровских мест, потому что, видишь, в режиме онлайн можно сказать, куда тебе ехать, как тебе ехать. В общем, очень удобно. Вот и добрались мы до города Линдос. Сейчас находимся у подножья, где находится храм. Также видим такой, знаете, город, в принципе, для Родоса, я бы сказала, насколько я видела, по крайней мере, до настоящего момента. Нетипичная архитектура, нетипичный цвет. Это больше все-таки для Кикласских островов характерно. Очень красиво. Здесь же такая как бухточка небольшая. Внизу, прямо подо мной, где я сейчас снимаю, апельсиновые деревья. Они как раз цветут. Вот вы можете посмотреть, да? Цветки. И здесь такой запах невероятный. То есть все сложилось один к одному. Море,
древности и цветущие апельсины. Просто потрясающе. В общем, если вы хотите увидеть немножко кусочки Кладских островов на острове Родос, приезжайте в Линдус. По дороге в Линдус или возвращаясь к нему, можно посмотреть еще одну достопримечательность. 7 источников. Как я понимаю, здесь вход. Пойдем изучать вместе. Так, там я уже вижу первые признаки жизни. Это у нас кто? Это у нас гуси. Также течет водичка. Пойдемте посмотрим. Вообще, конечно, атмосфера здоровская. Чем-то схожа, даже я бы сказала, на парк с бабочками. Тоже такое тенистое местечко, но здесь, конечно, простора побольше. И прохладно, я бы даже сказала. Я уже натянула шарф и жилетку. И, знаете, не жарко совсем. Здесь у нас небольшой ручеек такой, речушка. И там вот симпатичненькие такие уточки. Вообще, по идее, идея всего этого места, что всем этих источников, они объединяются, сливаются в одну реку. Есть туннель где-то 100 метров в длину, по которому можно пройти. Если пройти без обуви, по щиколотку в воде, по этому темному туннелю, то очистишься от 7 грехов или смертных грехов даже. Ага. А вот смотрите. Ух ты! Видите, написано туннель. Это получается вот то, что я приняла за речушку. Это, наверное, есть место схождения источников. Так, да? Давайте посмотрим. Здесь есть ступеньки. Чтобы не нарваться, не сорваться туда. Ага. Посмотрите, какой он узкий. Забавно. И вот предполагается, что по этому узкому туннелю, значит, надо топать. Я, конечно, это делать сейчас не буду, потому что вода холодная, мне самой холодно. И заболеть и заработать себе температуру 40 перед отъездом, даже в перспективе очиститься, очищения грехов, как бы, думаю, будет неразумно. Кстати, о птичках. Сейчас 5 часов вечера. Я даже как-то неподготовленная сюда пришла, потому что была в полной уверенности, что в 3 все закроется, как это очень модно сейчас делать, да, в Греции. И я вообще не попаду. Поэтому сейчас такая радость и счастье. И вообще я здесь одна. То есть вы можете посмотреть, вообще больше никого. Тишина, покой. Мне вот очень сильно интересно еще вот тоннель, вот он, да? Куда же он там идет? И тут никакой дороги нет. Какие-то заросшие кусты. Куда же мне двигаться? Вывесок тоже не вижу. Да, когда ты неподготовленный турист, не ожидавший того, что ты куда-то можешь попасть, получается так, что идешь, фиг знаешь, куда идешь. Ну, по крайней мере, вокруг красиво. В общем, здесь длиннющая такая дорога. Окружение деревьев. И внизу протекает ручей. Так. Кстати, мне писали девочки в комментариях, что сейчас, потому что еще не сезон, из 7 источников будет открыт всего один, скорее всего. А так как я не подготовленный турист, и кроме одного ручейка я еще ничего не вижу, где остальные 6 для меня загадка, поэтому, скорее всего, да, открыт, наверное, один. Но пойдемте назад, потому что углубляться в полном одиночестве дальше в лес, мало ли какая зверушка выйдет. Да, кстати, раз я уже затронула тему комментариев, то вот это видео вы уже посмотрите намного позже, нежели я выкладывала всю информацию в Инстаграм. Поэтому подписывайтесь. Меня также зовут там Мила Майвы. И самые свежие новости. Там вот видно, нет? Гуси. Самые свежие новости, всякое такое у меня в Инстаграм.
ВКонтакт я вообще не захожу, ну, может, раз в 2 месяца. Ну, и видео, соответственно, требует времени, чтобы их смонтировать. Поэтому также выходит немножко с задержкой. Я почему смотрю все время туда, на гусей, потому что меня в детстве, насколько я помню, укусил гусь. И вот у меня такое настороженное к этим птичкам отношение. Главное, чтобы не цапнуло сейчас идти. Мне как раз вот туда, где они все из стаи и шумят. Здесь у нас красота, тишина. Ну и источник шума. Это вот как раз таки гуси, которые выбрались из источника. Давайте будем потихонечку пробираться к цивилизации. По-моему, они уже достаточно далеко учапали. Тут у нас вот остатки гусячего, можно ли так сказать, интересно, семейство. Там же сидят утки рядом. Вот еще гуси пьют водичку. Сам источник. В общем, симпатичненько здесь, особенно летом, думаю, в августе, в июле, когда везде будет просто жарень, прийти сюда и посмотреть, это суперски. Сразу же есть таверна, написано кофе и всякое такое, то есть если устали, можно пересесть, перекусить. Это у нас туалет с игрушками для детей, этими каруселями, где бросаешь монетку. Ну и гуси почапали себе так по проезжей части, прямо уже вышли. Мы тут местные, нас ничего не волнует.